Да, она еще на Аська, не была. Знаю, помню. Нифига. Какой человек сейчас? Денчик, ты опять на всех ставишь, что ли, или что? На Nokia, ну, по-моему, не был этот Баян на CPU, охрененный. Кто-то вышел или нет? Ну, нет, там, там чувак, который наблюдал, он вышел. Сколько на человек? 7 или 8. Раз, два, три, нет. Так, что ты такие? Не знаю, если честно. Надеюсь, это, типа, авто. Мальчик. Ой-ой-ой. Розовое дерево нашел, хорош. Немножко улетел. Не он один. Нет, это не авто. Я вижу большой дым. Мы все равно где-то встретимся. Это не авто. Тут трубу какую-то вижу, прикольную. Это не авто, гонка. Это то, что словило. А там столбик какой-то беремый. Да, еще когда так сдалека отъезжаешь, машинки-то прорисовываются, их так хочется об них заехать в поворот аккуратно. Вот поэтому и без контакта. Ой, я, кстати, знаю такую, я знаю эту гонку. Видел кто-то ее очень давно. Согласен. Или может похожую видел просто. Похожую, скорее всего. Да. Ой, блин, я криво прыгнул. Ой, я смотрел ее недавно, буквально недели две назад. В группе как раз. Зеленым улетели нах. А чё я так улетел? Ебей! На самом деле реально веселее. Я сказал. На самом деле реально веселее. Да ну, у нас народу слишком много для контакта. Ничего страшного, это, ну, веселее реально, чё? Почему бы и нет? Нет, это давай, это веселее и при этом сложнее раза в два, либо три. Ну, мы обычно с контактами играем. Ну? Ну, если с контактом играть, тогда надо, прям соблюдать дистанцию и всякое такое. Чтобы да нихуя не... мы не соблюдаем, мы ебашимся просто в мясо нахуй. Вот на вот на пантах мы бы все сгорели, блядь. С бесконтактом. С контактом. О, я пробил уже в чинарике. О, на иксашке-то это хуй вообще раз. Блять, улетел, Денчик, ты меня сбил, нахуй. Первый едет, что? А, Боёв, здорово, это ты? Как у тебя дела? Фига себе, отвлекся на 30 секунд, вы где все? Уехали, куда, блин? А, подожди, ты ебать. Экспошечка хорошо хотел. Мысль не сработала в этот раз. Ты за ступером, блин. А, понял. Блин, первого лица нифига не вижу, нахера я его запустил. Блять. Черный экран. Черный экран. Underground. Видимо, вот эту гонку я проиграл, но если по счету посмотреть, то я выиграл. Понял. Понятно. Это не точно, потому что вы еще можете запороть. Понимаешь? Ебать, я чуть не запорол. Блять, кстати, тут сарочек этого, тут еще все впереди, ребят, мне кажется. Да. Так, надо первое лицо включать, я тебе хочу. Сука! Нет, я там не свету первое лицо, надо спиральку включать. Я лично ничего не видел. Я ничего не видел лично. Вы уже в спиралях, я только из трубы вылетел, блин. Ну, я уже далеко от спирали, как с боевым. Ууу, тут это вот, надо отскочить, короче, я знаю этот элемент. От бустеров в воздухе, который. Чё за хуйня, блять? Бустеров или стоперов? Ну так вот как-то. Я помню, смотрел на ютубе. О, да-да-да, я взял чек. От стоперов? От чего отскочить-то? Что-то не понял. Там надо, смотри, ой, там буст забей, там надо задом. Смотри. Я не знал, объясняю, короче. Смотри, там будет такая рампочка возле нас рядом.
Ты там берешь, ну ты там, получается, загоняешься на бусте, летишь, и там в воздухе стоят стоперы. Ты должен тачку наклонить. Должен тачку наклонить 90 морды, градусов морды, вниз, да, короче. Да. Мордой или жопой вниз. Да, да, да. Не, ну я мордой делал. Жопа не работает. Вроде да. Да. Фонтанчик с черным дельфином. Жизнь лишь раз его давать гусь. Ебать. Сука. Да, сука, у меня клава ебучая, блядь. У меня клавиша S, блядь, залипает, и все, и пиздец, нахуя назад лечу, как комета ебаная. Я прилетел. Там стоперы, да, ковер? Ой, эти, бусти. А, все вижу. Ой, нифига себе, что было. Поймал, хуп, хорошо. Блядь, упала. А еще мне нравится хашка у этого ютубера, который это снимает. Как их сделать? Типа... А если что, ха, ты можешь там спрыгнуть вниз, а я думаю, так быстрее будет, пока ты в воздух подлетишь. На той спиральке в конце. Ну, рампе, точнее. Я там просто вниз спрыгнул. Пока вверх подлетишь, время потратишь. А, ты можешь перелететь там за здание и так далее. Да ебать, бля. Ребята, там, когда будете вниз, там будете, когда вниз лететь, там будет красная такая рампа, просто вниз прыгайте, не надо вверх взлетать. Угу. Понято. А как вот тут стоперы ебаные, красные, нахуй? Вниз тачку наклоняй мордой. Дым. Да, что вниз тачку наклоняй, морда 90 градусов. Именно 90. Оп, вот так вот, и все. Все, я прошел. Вы только там? Я на уже на 38-м чекпоинте. Я на 20-м. О! Тут бустеры, которые выплевывают, но я прикинь... А тут дальше идет чекпоинт, туда дальше чекпоинт за чекпоинтом идет, если что. Фонтанчик с черным дельфином. Дальше пачем со вкусом чая. Не, еще на картинке была такая, плюс-минус. Ну да. Че, да, у нас блин. Что понравилось, такая лотовенькая, прикольная. Не понял, ты чек взял? Тоже вот, на бустерах улетел, взял чек, да? Я не знаю, я куда-то упал и взял чек. А, у кого? Йоу, вент вообще-то, конечно, далеченько. Тут что, просто да, дверь? Вообще, а, нифига себе.